27 декабря в районном Доме культуры состоялась главная елка района. Маленькие отличники из сел и поселков приехали для того, чтобы увидеть сказку и, конечно же, Деда Мороза. Поприветствовала всех собравшихся председатель районного совета депутатов Любовь Заспа. Она побеседовала с некоторыми ребятами, пригласив их на сцену, узнала об их мечтах и пожелала всем исполнения всего задуманного. Чтобы вы, переступая 31 декабря и вступая в год будущий, твердо знали, что вы хотите вообще в жизни, чего вы хотите добиться, кем бы вы хотели стать, и формировали у себя это на своем жизненном пути. Ну и в конечном итоге я хочу поздравить всех от районного совета депутатов, от администрации района, с наступающим Новым годом. Пожелать здоровья, мира, благополучия. Для нас 18-й год очень важный год. Мы выбираем президента Российской Федерации. Мы придем к выборам губернатора Красноярского края. Мы определяем будущее нашей России, будущее наших детей. Здоровья всем, благополучия, достатка в доме. Всего самого доброго, ребята. Вам тоже. Спасибо. В этом важном празднично-сказочном мероприятии участвуют только те ребята, которые хорошо учатся и принимают участие во всех важных событиях своих школ. Творческие коллективы приложили много усилий для того, чтобы сказка произвела впечатление на зрителей. На протяжении всего представления ребята вместе с героями переживали и радовались. На сцене добрые и злые герои боролись друг с другом. Им помогали добрые и не очень животные. Баба-яга, Снегурочка, ежики, птички, бабочки – все они закружились в этом сказочном представлении. А итогом, конечно же, стало появление доброго Деда Мороза. Все я сказки пролистала, дедушку я отыскала. Я так торопился, я мчался, как ветер. И я прилетел, несмотря на погоду, навстречу веселого Нового года. Все ребята, участники главной елки района, получили подарки. Елка, елочка, проснись и огнями загори. 28 декабря маленькие жители районного центра были приглашены на елку главы поселка. Они также смогли посмотреть это замечательное новогоднее представление. И всех их поздравили руководители поселка Курагина. Мы под елочкой пушистой будем петь и веселиться.